Всем привет! Вот встретил на объекте вот такую вот интересную штуку. Вентилятор принудительной вентиляции. И он находится за трубой холодной воды. Вот, практически мне даже палец не пролазит сюда. И возник у меня такой вот вопрос. Как человек, который устанавливал данный вентилятор, смог засунуть его туда? Ведь практически это невозможно. Труба, она не отгибается. А сам вентилятор, он все равно сантиметров 10 имеет ходу. Как умудрился этот человек засунуть данный вентилятор за эту трубу? Причем еще он вентилятор идет с питанием. Его можно как с основным светом включать, так же и отдельно дергать за веревочку. Можно его выключать по необходимости. Вопрос, конечно, интересный, как это все произошло. Но я думаю, я это пойму, когда буду его разбирать. Ну, если вам интересно, как это все произошло, то смотрите это видео дальше, и я вам обязательно покажу, как это можно было сделать и как сделал этот человек. Ну, конечно, он умелец. Я думаю, прям волшебник, как можно было уместить этот вентилятор за этой трубой. Вопрос, конечно, интересный, так что будем разбираться. Смотрим дальше. Так, первым делом я снял крышку. И вот, смотрите, сеточка опять, она абсолютно вся забита. Вся покрыта пылью. Для чего вообще это было ее ставить, чтобы из-за нее потом проходимость воздуха была маленькой. Лучше устанавливать без сеточек, куда эффективнее будет работать вентилятор. Итак, чтобы мне снять данную крышку, пришлось немножко отодвинуть трубу. Ладно, это хоть полипропилен и немножко все-таки поддается движению. Так, и в общем, вот смотрим дальше. Так, и в общем, вот смотрим дальше. Вот он, вентилятор. Работает. Тоже он весь уже покрылся пылью. Вот. И тут, в общем, он даже закрепил этот мастер. Он на 4 самореза капитально устанавливал данный вентилятор. Сейчас надо будет, получается, эти 4 самореза открутить и вытащить, попробовать этот вентилятор с его места. Ну давай попробуем, как это будет, как это получится. Мастер, конечно, устанавливал этот вентилятор на совесть, даже он стяжки использовал для того, чтобы зафиксировать вентилятор. Ну что-то вообще-то как-то даже не представляю, как можно этот вентилятор туда засунуть. Я его вытащить даже не могу. Все, он все уперся в трубу. Вот такой вот небольшой ход есть, но все, он уперся в трубу. Теперь не знаю, что с ним сделать. Еще трубу отогнуть уже не получится, потому что здесь он прямо уходит в потолок. То есть все, труба не даст. Так, ну сейчас попробую снять эту вентиляционную решетку. Я думаю, может, за счет нее еще все это держится. Потому что закреплена она была именно вот через эту решетку. Так, сейчас попробую снять решетку сначала. Ну, я не знаю, конечно, может, я что-то делаю неправильно, и мастер делал это совсем по-другому. Но, в общем, только вот таким вот образом, сломав эту решетку, повернул ее. И вот через этот вот промежуток я смогу достать этот вентилятор. Причем это я делаю таким вот варварским способом. Но человек, который это устанавливал, я думаю, он делал все это аккуратно, бережно, потому что ему нужно было сохранить этот вентилятор и его работоспособность. Вот, у меня, в общем, вот только так у меня это все получилось. Вот даже аккуратно вырезал болгаркой по периметру, по кругу вот такой вот след. Вот он, этот вентилятор с обратной стороны. Так, он даже у нас еще работает. Весь пыльный, в общем, даже включать не буду. А вон у нас там вентиляция находится сбоку. И сейчас к этой вентиляции мне нужно будет уже подтащить новую вентиляцию, чтобы сделать ее в данной ванной комнате. Так, ну что ж, вот, в общем, понял я процесс. Вроде правильно понял, как это он смог сюда ее смонтировать, установить. В общем, вроде все так было просто, но все-таки нужно было
проделать нехитрые манипуляции для того, чтобы уместить этот вентилятор вон тут-то, вот здесь. Такой вот очень маленьком пространстве вместе. Короче, он уже все. Сейчас он мне больше не нужен. Пускай где-нибудь в другом месте будет работать. Но для этого у меня будет установлен здесь другой вентилятор канальный. Да пока у меня все. Ладно, всем спасибо. Интересные моменты. Всегда интересно разбирать, смотреть и думать, как же мастер это все сделал. Ладно, у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Thank you.